наши друзья Маловы возвращаются к нам. В эту прекрасную обитель, в Пуна. Марину Пуна. Далеко не убегай. Хорошо. А, трудовые резервы. Круто. Круто. Вот. Ты все время думаешь, что тебя никто не понимает? Да. Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и недели. Как мы удачно зашли. Да. Короче, мы идем встречать наших друзей, которые возвращаются из кругосветки. Ну, да ладно. Наши друзья Маловы возвращаются к нам. В эту прекрасную обитель, в Пуна. Марину Пуна. Далеко не убегай. Хорошо. А, трудовые резервы. Круто. Круто. Вы из какого общества, ребят? Трудовые резервы. А что, Динамо бежит? Все бегут. Вот. Ты все время думаешь, что тебя никто не понимает? Да. Трудовые резервы, смотри. Все знают. Заходите в гости. Вы далеко? Нет, тут рядышком. Вот. Вот они появились. Вон, хохочут. Слышишь? Вот они, ребят. Покорители морей. Покорители волн. Ура! Лакурия наша, гиб-гиб! Ура! 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 Манок на уток! Бавария приятная такая, да? Симпатяшка такая. Ну, уютненько все.
друзья, сегодня проведем эксперимент. Спасибо Суриковым, подсказали. Берем молоко и смотрим, сможем ли мы таким способом заманить рыбку обладу. Плеснем чуть-чуть молочка. Ждем. Так, мелкая рыба ушла. И пришла облада. О, видели? Вот. Вон они ходят. Оп. Спасибо Суриковым за наводочку. Будем рыбачить. У нас всего месяц. Пудри выросли. Пробовал в воде, даже может меньше. И вот посмотрите, какое чучело оброс. Это вообще кошмар. Надо подстригать срочно. Ужас. Кошмар. Месяц. Ну, без движения, наверное, неделю. Вот такая ерундистика. Друзья мои, интересное место находится на отшибе Пуната. Здесь какие-то склады. Продают строительные материалы. Ну и, как водится, некоторые материалы дешевле, чем в Марин-магазине. Поэтому мы сюда пришли и решили посмотреть и смотреться, что здесь продают. Ну, по-моему, закрыто. Что-то тут как-то кисло. Вот мне кажется, вот в том павильончике всякие вот эти стройматериалы и продаются. Выход там. Все, тут нет ничего. Ну вот, друзья, пришли. Ваше место назначения находится слева. Ну, вид, конечно, здесь обалденный. Просто шикарный. Вот там кирк, кирка. Вот там вот остров, который рядом с нами. Там Марина. Ты решила испытать неизведанное сирийское меллер? Да никак не работает. А, ну давайте посмотрим. А, до трех. В субботу, да? А так? А так с 8 до 3. Вот, друзья и гости канала. Сегодня мы, точнее сказать, моя супруга заметила нечто белое. Нечто белое.
ее это заинтересовало. И она говорит: Серега, ныряй. Ты почему, Борщов, в фонтан полез? Что, жарко было? Из-за женщины. Что, тонуло? Да не, мы шли в компании. Она и сказала, слабо Вальдемару нырнуть. Я думаю, это подбитый мессер. Да, лучше бы Вальдемар нырял. Он уже уплыл. А, уплыл. Вот такая вещь, которая там... Там 5 минут только. Давай, снимается. 5 минут успеешь. Все, Сергей, ты пошел. В пучину ныряешь. Работает, нет, как видно, да, экран. Пошла. Запись, отсчет, да? Времени пошел. У тебя заканчивается кислород, ныряешь. Ой, блин, как не хочется в эту 26-градусную жару. Муть, да, ныряй. Как поплыл, ты, как ихтиандр. Как ты думаешь, что это будет? Полоса? Белая. Сейчас будет. Куда-то далеко он. Полон разочарования. Это просто пленка. Доставай, потому что это грязь, это засоряет океан. Уже раз. Да. Мы за экологию. Глубина метров 10. Ты что? Распутина, кто автор, мы слушали. Пикуль. Сергей, ласты надо было. И баллон. И круг спасательный. Просто мусор. Вот пусть нам маринеры еще спасибо скажут. Мы это... спасли море. Море спасли. Это наклейка на борт. Видимо, клеили что-то. Сергей, ты спас море. Что ты нашел на дне? Кусок пластика. Я думаю, природа скажет мне за это спасибо и как-то вознаградит. Отблагодарит. Отблагодарит, да. Почистил дно моря. Хотя я вам скажу, что в марине не особо с большим желанием было купаться. Оно... Я посмотрел дно лодки. Я страховал. На берегу всячески. Мое погружение застраховано фирмой. Да. О! Ему голова. Все, спасибо. Я попросила поймать рыбу на ужин. Ну, работаем над этим. Сейчас начнется. Извини, сначала ты попросил у меня нырнуть за этой фигней. Сейчас хочешь рыбу. Мы сейчас все испугали. Я такая непредсказуемая. А-а-а. Это мы уже поняли. On your toes, don't forget to dot the I. Write a little note on your toes, don't forget to dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie.